Всем привет! Канал из Москвы в Израиль. Я в Лондоне на выставке ICA. Лондон я вам покажу отдельно, если успею здесь побывать, конечно. На улице я имею в виду, потому что в основном мои передвижения я вижу из окна такси. Вот. А сейчас мы находимся в Excel-центре. Это выставочный центр Лондона. Здесь проходят различные выставки. И сегодня мы находимся здесь именно на выставке ICA, которая посвящена iGambling'у. Находится, получается, она в восточной части Лондона. Сзади меня корабли и все остальное. Вот. А вот там вот вход. Поэтому пойдемте посмотрим, что она из себя представляет, что там представлено. Различные решения, в том числе платежные, решения различных автоматов, решения платформ для игр и все остальное. Так что я вас приглашаю посетить эту выставку. Пойдемте. Так, это сама выставка. Здесь печатают бейджи. А там дальше вход. Пойдемте. Итак, вот такие вот стенды представлены. Видите, здесь есть представлены непосредственно автоматы, то есть решения для наземных каких-то, в том числе платежные терминалы, игры. Но мы с вами начали практически с конца выставки. Вот, пойдемте еще посмотрим. Здесь есть также решение для автоматов, для игр. Но это чисто технические решения. В основном здесь, конечно, решение с точки зрения платежных систем. Видите, Payment Solution, White Label представлены и так далее. Ну и фирмы, соответственно, сопровождающие всю игровую индустрию по всему миру. Да. Различные фирмы, Мальта представлена, Европа полностью. Вот, кстати, интересный момент, это лотерейные, видите, билеты. Система для лотерей. Но это мы с вами в части, получается, именно лотерейный. Вот выставлены автомобили. Конечно, в качестве рекламы, поэтому... И Lamborghini. Реклама какого-нибудь казино, получается. Такого плана, вот, кстати, смотрите, интересный момент. Решение, в том числе, для наземного казино. То есть роботы, которые выступают в качестве крупье. Hey, just making a review. Okay, okay. Thank you very much. The second circle I will talk. У каждого решения какие-то либо бары, ну то есть люди, если приходят поговорить, обсудить, какие-то контракты подписать, в том числе.
Вот тоже, видите, автоматы. Все очень симпатично и красиво. Вот еще решение. Ну, это мы с вами в той части, где, конечно, есть решение для наземного казино. То есть вот эти автоматы, все остальное. Если кто был в казино, то видел. Если никто не был, то вот, пожалуйста. Можно посмотреть, как это все выглядит. Как это работает. Можно даже попробовать поиграть. В том числе, видите, идут переговоры, то есть здесь же все решается, заключается. Ищутся решения. Вот такие вот. В общем, огромное количество, прям получается чисто слоты. Слоты для казино и решения для этого казино. Также представлены разработчики игр здесь, не только слоты, но и компании, которые разрабатывают, дизайнерские компании и все, что может быть связано. В принципе, в том числе и бухгалтерия, онлайн-платформы, казино, все остальное, лицензирование, помощь, юридическая помощь в лицензировании. Ну вот, здесь мы видим, наверное, это самый красочный получается все-таки место. Которое можно посмотреть. Безусловно, своего рода Диснейленд, но для взрослых. Еще раз говорю, все, что здесь представлено, может быть опробовано. И, соответственно, дальше уже принято решение. Ну а так, выставка очень большая, около 135 тысяч человек здесь. Очень много людей. Здесь сегодня уже последний день. Будет другая выставка здесь, которая представлена для тех, кто ведут переговоры и все остальное. Но это уже немножко другого плана моменты. Вот. Гостиницы. Здесь около этого центра выставочного получается очень много гостиниц. Все они практически заняты. То есть люди заблаговременно забронировали отели и все остальное. То есть это готовится за год. Конечно, компании представляются. Видите, вот стенды такие красочные и все остальное. Поэтому здесь это, конечно, с точки зрения организации не один день. Вот. Но выставка классная. То есть много здесь контактов. Хочу сказать, что очень много представлены страны бывшего, так скажем, союза, то есть это Армения, это Украина. Правда, офисы у них, конечно, находятся в основном в Европе, то есть это Чехия очень много, Кипр и все остальное, но в том числе и вот эти моменты решены. Поэтому пойдемте, я вам покажу еще дальше выставку. В принципе, самое красочное то, что есть, я вам, конечно, показал. Это в основном вот эти вот моменты, это игровые автоматы, самые симпатичные в этом плане. Но я думаю, что мы сможем увидеть с вами какие-то решения, и в том числе я вам расскажу о специфике. Пойдемте дальше, посмотрим. Вот Pragmatic Play — это одна из крупнейших фирм-провайдеров игр для казино, онлайн-казино в том числе. Вот видите, какой у них большой стенд здесь представлен. Это все они, с той стороны в том числе. Вообще вот эти мероприятия, ну, наверное, кто работает в какой-либо индустрии, он знает, что всегда лучше находиться в процессе игр и в процессе того, что вы можете вживую пообщаться с людьми в том числе. И, соответственно, решить все свои вопросы, которые у вас есть.
Дальше уже пошли фирмы, которые предлагают решения в качестве платежных систем, в качестве какой-то бухгалтерии, то есть бизнес-решения для казино. Пойдемте, вот сходим, наверное, единственное, в туда. Соответственно, эти бар тоже привлекают людей. Ну, в общем, маркетинг во всем действии. Можно вот здесь поиграть, допустим. В общем, вот такое мероприятие. Если найду чего-то еще новое, вам обязательно поснимаю. Она, конечно, отличается от любых выставок, которые связаны с индустрией узкой специализации, назовем его так, за счет того, что это игры. Здесь все красочно, здесь все весело. И очень даже интересно с точки зрения того, чтобы просто даже походить человеку, не сильно причастному к этому, посмотреть. Я вам показал вот эти вот автоматы и все остальное. Согласитесь, это для обычного человека интересно. Тем более того, кто еще не был ни в казино, не воспользовался такими вещами. Так что, пока. Это канал «Из Москвы в Израиль». С вами прощаюсь. Небольшой обзор по вот этой выставке, где я был. Надеюсь, что у меня получится вам показать еще Лондон, его достопримечательности, и в том числе вы увидите это на нашем канале. Ну а сейчас всем пока, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, ну и главное, будьте счастливы. It won't go anywhere. Я в аэропорту Бен-Гурион. Вот так закончилась поездка, моя история про Лондон. Но, соответственно, единственное, что компания Waze меня немножко разочаровала, потому что я провел практически полтора часа в очереди. И на самом деле, я имею в виду, вылетая из Лондона. Поэтому мне, конечно, EasyJet понравился намного больше. Вот, все, я дома. Соответственно, город, к сожалению, не получилось поснимать, но все, что смог, я вам показал. Поэтому подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Мы обязательно еще раз поедем всей семьей туда, потому что даже из окна такси мне город очень понравился. Ну и сама страна. Все, поэтому я с вами прощаюсь. Канал «Из Москвы в Израиль» с вами прощается. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте и будьте счастливы. Всем пока.